прошлой серии. Похоже, это и есть наша африканская дива. Может, умница поймет, что к чему. Сообщение от Валеры. Слушай, это лягушка. Лягушачья лапка. Кажется, я знаю, где это находится. О, это же сокольники. Так, спасибо. Ну вот пришли сокольники. И что тут делать? Зверушку очередную искать? Пока не знаю, но здесь очень подозрительно. Прямо как-то веет опасностью. Помню этот день. Мы были как будто потеряны. Все блуждали по парку и толком не знали, зачем. О, наконец-то сообщение от почтальона пришло. В этом парке все не так просто, как кажется. Следите за моими инструкциями и смотрите по сторонам. Вокруг полно всякой нечисти. От главного фонтана поверните на север. Ну и где у нас север? Там, где мох. Парни, включите мозг, запустите карты. Нам пригодилась фишка Pop-up Play. Можно одновременно смотреть видео и пользоваться другими приложениями. И, кстати, наверняка игры проходить удобно. Направо. Стоп. Теперь направо. Еще раз направо. Еще прямо 150 метров. Теперь смотрите, там в дереве спрятан аннигилятор черной дыры. Его нужно установить на полянку, активировать, тогда галактика спасена. Не забудьте про пароль активации, я отправил его вам в сообщение. О, вот же он. А, маленький какой. На гитарный процессор похож, кстати. Ну ладно, пойдем полянку искать. Да. Так, ну, вроде с антенной разобрался. А вот где пароль вводить? Никогда с таким гаджетом не сталкивался. О, полянка. Ой, медвеночек, какой милый. Кто тебя тут забыл, малыш? Устанавливаем антенку. Валера, смотри, какой классный медвенок. Пароль? Понятно, как водить. А, Борь, какой там пароль? А, вроде он у меня был. Ага. Борь? 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 Подписывайтесь на канал droider.ru и смотрите продолжение на следующей неделе.